Мегабум ТВ – канал, на котором ты найдешь прикольные лайфхаки, безумные самоделки, кулинарию и сумасшедшие научные эксперименты. Не проходи мимо. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня я расскажу вам и покажу, как сделать новый нож из игры Far Cry 3 Chinese Knife. Сделан он у нас будет, как обычно, из дерева. Для его приготовления нам понадобится струбцина, лобзик ручной, наждачная бумага, фанера 2, 3 и 5 мм. Итак, для начала нам нужно нарисовать все наши детали. Смотрим. На 5-мм фонаре мы рисуем все очертания нашего ножа. Также рисуем две ручки и двух мишек, которые будут находиться в центре нашего ножа. А на 2 или 3-мм фонаре мы рисуем змейку и деталька, которая будет находиться под этой змейкой. Также все в двух экземплярах и две руки мишки. Следующим шагом начинаем все это дело вырезать. Первым делом нам нужно вырезать вот это отверстие. Для этого мы берем дрель и высверливаем отверстие, через которое в дальнейшем просунем лезвие лобзика. Просовываем лезвие лобзика через отверстие и приступаем к вырезанию. Точно таким же способом мы вырезаем отверстие на конце нашего ножа. После этого мы приступаем к вырезанию. После вырезания у нас должны получиться 11 вот таких вот деталей. Теперь мы берем одну из ручек, разрезаем ее на две части и сглаживаем. У нас должны получиться вот такие вот две детальки. После того, как все детали были сглажены, можно приступать к заточке ножика. Также не забудьте заточить плавник. Теперь приступаем к склеиванию. Для этого наносим клей на одну из наших ручек и приклеиваем на нужную позицию. Следом за ней мы приклеиваем вторую деталь. Теперь берем одного из мишек и приклеиваем на нужную позицию. После того, как приклеили мишку, приклеиваем его лапку. Далее мы приклеиваем змейку. Точно так же мы приклеиваем вторую змейку. Далее мы берем нижнюю детальку и приклеиваем ее на нужную позицию. Теперь наша задача сделать орнамент на нашем мишке с обоих сторон. Для начала возьмем шило и сделаем глазик. Далее берем другую насадку в виде минусовой отвертки и начинаем очень осторожно делать углубление. В итоге с обоих сторон у нас должен получиться вот такой вот орнамент. Теперь мы приступаем к ручкам. На ручке тем же инструментом нам нужно сделать сеточку.
На этом, ребята, все. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, оставьте свой комментарий. С вами был Чизбургер. Увидимся в новых видео. Также всех хочу поздравить с Днем Победы.